Представь, компьютер превратится в произведение искусства, и каждый захочет иметь его у себя дома. Что если вместо круга избранных им смогут обладать миллионы? Тогда, очевидно, произойдет мощнейший тектонический сдвиг. Именно. Ты хочешь невозможного. Я вас когда-нибудь подводил? Постоянно, черт подери. Тогда у меня нет выбора. Акции Apple стоят 441 миллион долларов, а мы с дочерью живем на пособие. Это не мой ребенок! Неужели не видишь, что она твоя копия? Скоро узнаем, действительно ли можно назвать тебя Леонардо да Винчи, или это только иллюзия. Ты единственный, кто смотрит на мир так же, как я. Никто не видит мир таким, как ты. Затаив дыхание, все ждут маг. И что люди будут с ним делать? Я не закончила. Вот это. Распоряжения противоречивы, не признаешь правил, унижаешь подчиненных. Совет директоров считает, что компания более не нуждается в твоих услугах. Я изобрел будущее, сидя в гараже, потому что творцы создают, а посредственности голосуют. Работа не должна быть смыслом всей жизни. Пожалуйста, не забывай про дочь. Только я один знаю, что твой шедевр — это ты сам. Есть какой-нибудь план? Он появится, когда ты будешь к этому готова. Свершилось. Возвращение суперзвезды. Один из основателей — Стивен Джобс. Стив Джобс. Стив Джобс. Стив Джобс возвращается в Apple. 20 век запомнится двумя событиями. Победой союзников во Второй мировой войне и этим. Дамы и господа, Стив Джобс. Стив Джобс.